друзья мои, Рождество встречаете, Христа Рожденного прославляете. И пусть эта радость войдет в каждое ваше сердце, потому что иначе нельзя. Рождество.
Слава Вышней к Богу, и на земле мир, человечек благоволение. Сегодня весь мир празднует пришествие Сына Божия. Велия благочестия тайна. Бог явился во плоти, говорит апостол Павел. Это большое мироспасительное действие промысла Божия о спасении рода человеческого. Мы сегодня радуемся пришествию Твоему Христе и поклоняемся всеславному Рождеству Твоему. Это то, что по милосердию Своему Господь соделал Своим промыслом для спасения рода человеческого. Сегодня та звезда идет над Ветлеемом и, мерцая, останавливается с волхвами, которые идут с далекой Парсиды для того, чтобы поклониться Христу, рожденному плоти. Бегут, радуясь, пастушки, хвалит всякое дыхание, да хвалит Господа. Хвалит Господа все. Только Ирод трясется о своем престоле. Но пока что Господь благоволением Своим заставляет нас сегодня со всем миром звать Ему «Слава Вышней Богу и на земле мир, человеце благоволение». Я сегодня открыл вам новую эпоху, новую эру спасения. Теперь человечество пойдет по пути Христову, по пути света, который воссиял здесь. Звезда Вифлеемская указала нам солнце правды Христа Бога нашего. И мы теперь видим, как этим путем прошли тысячи сонмист, подвижников, угодников Божьих, благочестно трудящихся на пути спасения. Совершается велия спасения в душах людей, тысячи подвижников, мучеников, тысячи людей, которые идут по пути созидания себя в храме Духа Божия. И мы видим этот свет. Он просвещает всякого человека. Он живет вечно в душе всякого верующего. И пусть сегодня, какие бы ни были катаклизмы, как бы ни тяжело было, но мы видим этот свет Вифлеемской звезды и идем за этой звездой, побеждая все то темное, которое именно уходит от солнца света. Свет Христов просвещает всех. И сегодня мы уверены в этом свете, уверены в том, что тьма не одолевает солнца. Человек приходит, облачается в новую благодатную силу и становится уже не чадом неба, а чадом света Христовой истины. И поэтому все человечество сегодня воспевает Рождеству Твоему, Христе Боже, слава Вышней Богу и на земле мир, человечек благоволение. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, всеславным мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Его свет дарит и нам, грешным, то путешествие со звездой, ту радость, которую имели пастушки, то благочестие и чистоту, которые имели сонмы угодников Божьих, следуя за светом Вифлеемской звезды. Мир Божий да пребывает со всеми вами. С праздником вас, дорогие братья и сестры!